Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. В республике продолжается рост количества выявленных случаев коронавирусной инфекции. Глава Рашид Тимрезов подписал указ о продлении режима самоизоляции по 22 июня. В Карачаево-Черкесию прибыла бригада из 17 высококвалифицированных врачей из Башкирии. Это инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи и терапевты. Град размером с куриное яйцо в станице Кордонецкой подсчитывают ущерб. Крупный град повредил здания, жилые дома и автомобили. Неблагоприятный прогноз погоды по республике сохраняется. COVID-19 внес коррективы и весенний призыв. На территории сборных пунктов запрещены все массовые мероприятия, связанные с проводами в армию. Призывник сдает тест на COVID-19. Карачаево-Черкесии режим самоизоляции продлен по 22 июня. Об этом стало известно сегодня на заседании оперативного штаба республики. На территории Карачаево-Черкесии наблюдается рост количества выявленных случаев коронавирусной инфекции. Глава Рашид Тимрезов поблагодарил министра здравоохранения Михаила Мурашко, что он откликнулся на обращение руководителя региона и направил в республику большую бригаду высококвалифицированных врачей из Башкирии. Итак, сегодня в Карачаево-Черкесию прибыла бригада врачей из Башкирии. В ее составе инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи, терапевты. Всего 17 человек. Они будут оказывать медицинскую помощь жителям республики, пострадавшим от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Возглавляет группу врачей Евгений Кустов, специалист, имеющий опыт работы в горячих точках в области военной медицины. Решение о направлении башкирских медиков в Карачаево-Черкесию было принято после обращения главы региона Рашида Тимрезова к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Мы здесь с оказанием организационно-методической помощи и оказанием практической помощи по распоряжению нашего главы республики, я так понимаю, было согласовано с главой вашей республики. Постараемся быть полезными вам, постараемся помочь всем, чем можем. Первоначальный план действий какой-то есть? Ну, я думаю, что мы сейчас ознакомимся сначала с ситуацией, с оперативной обстановкой. Уточним на месте, что происходит. После этого будем предпринимать какие-то действия, разрабатывать план мероприятий. Ковид будет побежден, это безусловно. В первую очередь, что нас, наверное, сказать, у нас все получается, то, что очень хорошая дисциплина. Если есть дисциплина, то нету внутри больничной зараженности. Все сотрудники правильно выполняют все, четкие инструкции, то тогда все, проблем нет. И сводки по коронавирусу из оперативного штаба республики. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 составило 2255. Из них 675 человек выздоровели, 755 госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в полной изоляции. Накануне в Зеленчукском районе прошел крупный град размером с куриное яйцо. Комплекс неблагоприятных метеоявлений пришелся больше на станицу Кордоникскую. Град повредил здания, жилые дома, автомобили. К счастью, пострадавших среди людей нет. На место сразу выехали спасатели. Ущерб уточняется. И МЧС информирует, завтра местами в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь с градом и шквалистым усилением ветра. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход сели малого объема. Продолжение расскажут наши синоптики. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 10-15, а днем 25-30 выше нуля. В южных районах местами высокая пожароопасность. В горах ночью до плюс 9, а днем до плюс 25. В Черкеске кратковременный дождь и гроза. Температура ночью плюс 13-15, а днем 28-30 градусов тепла.
Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Это «Большие вести» в прямом эфире, и мы продолжаем. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов ознакомился с ходом строительства новой пристройки к лицею номер 1 у Джигуты на 400 мест. Завершить строительство новой пристройки, по сути, современной школы планируется к концу текущего года. В настоящее время в первой школе, которая является одним из лучших общеобразовательных учреждений, не только в районе, но и в республике, учатся около 1000 школьников. После ввода в эксплуатацию новой пристройки, куда переведут учащихся начальных классов, школа сможет заниматься в одну смену. В новой пристройке будут собственные актовые и спортивные залы, а также столовая. Сейчас работа на объекте в активной стадии. Строители переходят внутрь здания к отделочным работам. Затем благоустройство в школьном дворе. Будет установлена игровая спортивная площадка для сдачи норм ГТО. В соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и воинской службе, весенний призыв в этом году проводится с 1 апреля по 15 июля. В связи с пандемией он имеет свои особенности. Как проходит весенний призыв в Карачаево-Черкесии, вестям рассказали в военном комиссариате республики. Подробности Мурата Джанкезова. Воинский призыв в армию осуществляется дважды в год – весной и осенью. Весенняя призывная кампания длится на 2 недели больше, и под призывные мероприятия подпадает большее количество юношей. Нынешняя призывная кампания имеет свои особенности, связанные с распространением коронавируса. Значит, решение министра обороны Российской Федерации, выпускники 11 классов общеобразовательных школ на мероприятии весеннего призыва не вызывается. В первую очередь на мероприятие призыва и на призывные комиссии вызываются граждане, которые предварительно по состоянию здоровья годны к военной службе, а также не имеющие права на отсрочку. В связи с распространением коронавирусной инфекции работники военных комиссариатов изучают призывников дистанционно, в основном по телефонам. Затем назначается срок явки на заседание призывной комиссии, при этом призывники заранее сдают обязательный тест на COVID-19. Призывники доставляются на сборный пункт республики, где проводится барьерный контроль, а именно измерение температуры, обеззараживание рук, одежды, выдача одноразовых масок, перчаток, а также бахил. После данных мероприятий все призывники повторно, в порядке очереди, на изолированном расстоянии друг от друга, сдают тесты на ковид. После получения результатов, если результаты отрицательные, призывники, соответственно, допускаются к прохождению медицинского осмотра и всех мероприятий, которые предусмотрены перед отправкой войска. На территории сборных пунктов республики запрещены все массовые мероприятия, связанные с проводами в армию, и строго соблюдаются карантинные мероприятия. Сейчас у нас родители на призывные комиссии, на военкомат, на сборный пункт вообще не допускаются в связи с ковидом. Допуск разрешается только самим призывникам. И решение принимает призывная комиссия в зависимости от наличия специальности, состояния здоровья и профпригодности. На сегодняшний день мероприятия по предупреждению распространения коронавируса, проводимые военным комиссариатом республики, позволили не допустить заражения коронавирусом ни одного призывника и ни одного работника сборных пунктов. Мурат Шанхюзов, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия.
Органы внутренних дел по Карачаево-Черкесии на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции на всей территории республики, в том числе и в курортной зоне. Сотрудниками полиции организовано взаимодействие с владельцами и персоналом гостиниц, гостевых домов, частных домовладений, рестораны, кафе, канатные дороги, туристические маршруты и иные места отдыха также закрыты для посещений. МВД по Карачаево-Черкесии призывает граждан проявить сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения. Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения. У православных сегодня начался Петровский пост. Он продлится 27 дней и завершится 11 июля. Петровский пост назван потому, что завершается он 12 июля, день празднования святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Поэтому же он и называется еще апостольским постом. Пост Петров, он действительно более не такой строгий, как Великий пост. Можно вкушать рыбу. Но самое главное в каждом посте – это воздерживаться от злого и творить доброе. Добрыми делами прославлять Отца Небесного. Вот этих добрых дел и себе, и всем зрителям нашей программы желаю. Таким был понедельник Карачаево-Черкесии, а прямо сейчас премьера многосерийной драмы Сергея Урсулюка «Ненасти». Приятного просмотра и ждите вестей.